Ну что там, Саня, Александр, когда комп купите? ХЗ, не говорю, не слышал, не видел. Все, я гуфнулся. Вау, чембер. А чего ты там мог? На боссе, что ли? У нас вроде никакой не делает. Не на боссе? Короче, вот эта рука. Чаула? Чаула, да. Ну ладно, там можно. Так я не понял, от чего я умер, честно говоря. Прям моментально вообще разъебал. Может там босс вылез? Чем-нибудь приебал тебя, я хватил. Я же еще босса пробую. В руках. А, ну да, там прибежала какая-то хуйня, типа паука здоровенная. Это босс? Ну, наверное. Все, я гуфнулся. Сука. Зато с него чаули много бы упало. Да, блядь, тут понимаешь, как обычно, такая залупа, вот, в самом ненужном месте, тут пизда как неудобно, тут некуда было деваться уже, как сказать-то... Мне приходилось стоять и смотреть рядом прям с этими, со своими. То есть, если бы, может быть, было открытое поле, я бы увидел эту залупу здоровенную, я бы от нее, наверное, как-то бегал. А тут как бы она просто подошла мне, бум-бум-бум, все. Я даже как бы, ну как сказать, тут хуй среагируешь.